Что такое 23 февраля? 23 февраля – это праздник День защитника Отечества. 23 февраля можно поздравлять мужчин, дедушек и мальчиков, еще и женщин. Это праздник, который нужно поздравлять мужчин, дедушек, пап, дедушек, солдат. Что такое армия? Армии учат стрелять, защищать родину. Там учат стрелять из автоматов, бросать гранаты. В армии учат защищать нашу родину. Быстро складывать одежду, быстро есть. Армия – это где учат быть смелым, ловким, учат обращаться с оружием и учат смелости. Расскажи о своем папе. Мой папа пожарный, он сильный, смелый. Мы с ним любим играть в разные игры, в шашки, в домино. Мой папа работает учителем. Мой папа красивый, умный. Его зовут Саша. Мой папа сильный, здоровый, быстрый. Добрый, заботливый, ласковый. Что можно подарить на 23 февраля? На 23 февраля можно подарить какую-то поделку или открытку с поздравлением, записную книжку, новый телефон, велосипед, поделку с пластилином, например, рисунок какой-нибудь. А я деду подаю аппликацию. Мы с мамой вчера машину клеили. Что бы ты пожелал защитникам Отечества? Я желаю, чтобы они хорошо в армии служили, хорошо бегали. Чтобы он был всегда смелым, здоровым. Желаю, чтобы ты был хороший, умный, смелый. Смелости, сильности и ума! Дорогие наши папы, мы поздравляем вас тепло с Днем армии и флота. Пусть будет радость от того, что помнит вас и любит кто-то. И пусть улыбка промелькнет, и пусть разгладятся морщины, и пусть весна в душе поет.